Добрый день, меня зовут Анна, я каллиграф, и я работаю на сегодняшний день в двух основных направлениях. Это английский курсив и это средневековые манускрипты. Расскажу немножечко о каждом из этих направлений. Почему именно английский курсив? Потому что он сочетает в себе два основных момента. Первое, он правильный, он строгий, он классический, и в то же время его можно украсить очень необычными декоративными элементами на каждую букву, либо в конце строки, либо завершить документ каким-то декором, выполненным с помощью пера и туши. Помимо английского курсива, свои работы я дополняю ботанической либо винтажной иллюстрацией с помощью акварели либо цветных карандашей. Второе направление, от которого я получаю не меньшее удовольствие, это создание средневековых манускриптов. Чтобы работать в данном направлении, я изучила одно из течений готического шрифта, который называется фрактур. И также технологию иллюминирования. Я думаю, вы все о нем очень хорошо знаете, но, может быть, не знаете это название. Когда вы открываете какую-то очень старинную книгу, либо книгу сказок, вы видите шикарную первую заглавную букву, которая называется буквица, либо необычный декор по контуру документа. Это все относится к технологии иллюминирования, книжная миниатюра, либо другое еще название. И именно вот этот момент сказочности меня очень сильно привлек, что позволило мне развиваться в этом направлении. Я изучила, как работать с имитацией золота, как работать с настоящим 24-каратным золотом. И в результате я получаю совершенно необычные, яркие, красочные работы, которые сочетают в себе имитацию золота, правильный готический шрифт и необычные элементы декора. Таким образом, я развиваюсь вот в этих вот двух направлениях, которые, с одной стороны, полярно отличаются друг от друга, но с другой стороны, они в любом случае все относятся к каллиграфии. То есть это то, что позволяет мне красиво писать и красиво донести до вас свою мысль, либо мысль великих поэтов.